Здравствуйте, ребята! С вами я, Ксения Сергеевна, и моя помощница Полиночка. Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать звездное небо. Для этого нам понадобится темный лист бумаги и краски. Для начала нам нужно нарисовать линию горизонта, чуть выпуклую, к середине. На горизонте можно наметить сидящую парочку. Теперь открываем краской. Нам понадобятся холодные цвета, такие как голубой, синий, фиолетовый, и можно белый. Мешаем оттенок немного светлее нашего листа бумаги. То есть, чтобы он был и не черный, но и не сильно светлый. И обводим нашу пару. Теперь смешиваем синий цвет с черным. И последним слоем делаем черный цвет. То, что ближе к нам, делаем светлым. Точно так же, как небо, чем дальше горизонт уходит от нас, тем темнее мы его закрашиваем. И саму линию горизонта наводим черным цветом, делая траву. Сейчас мы будем делать силуэт людей. Для этого мы смешиваем белый с желтым и тонкой кисточкой обводим наших человечков. Теперь делаем лунный свет на траве, таким же цветом, как мы делали силуэты, мы обводим траву. Сделаем фиолетовую тень от людей. Приступим к самому основному – рисованию звездного неба. Для этого наши силуэты мы прикроем салфеткой, чтобы на них не попали звезды. Для создания звездного неба нам понадобится или жесткая кисточка, или старая зубная щетка. Вы можете попросить ее у родителей. Лучше подложить что-то под картину, чтобы не испачкать стол. И набираем щеткой белый цвет. И от себя, держа щетку, пальцем начинаем разбрызгивать вот таким вот образом. Вот такое вот звездное небо у нас получилось. Пробуйте и вы рисовать свое звездное небо. На этом наше сегодняшнее занятие окончено. До новых встреч! Пока!